Добрый день всем. Володя, поздоровайся. Здрасте. Мы едем на елку. Наконец-то мы собрались. За целый месяц поедем на елку. Пряники вот как раз. Различные пряники. Ворост, кофе, горячее вино 3 евро. 3 евро горячее вино. Кофе 2. Не, дорого. А, здесь блины. Блинчики пекут. Блинчики. Вот различные сладости. Ручная работа. Жареные каштаны, горячее вино. Так, цены на кофе различные. От 2 до 2,50. Горячий шоколад 2 евро 4. Рождественский чай 2 евро. Вот в такой вот посуде вот все делают. Ярмарка очень большая, и абсолютно можно все, что хотите, купить. Различные приправы. Какие-то натуральные добавки. Яблочные сыры. Вот такие вот фигуры и шахматные. Так, хлеб. Различные пряники. Различные колбасы. Так, потеряла свою. А муж сзади идет. Вот буду показывать елку, красавица какая. Кстати, людей много. Так. Пончики, кисель, горячий шоколад, горячее вино. Дела уже, да? Какао. Зайка, шоколад будешь? Яблочный пунш и малиновый чай. Эти вафли различные. Так, горячее вино. Вот такие елочки. Отличные елочки, можно купить. Вот эти бумаги сделаны. Бумаги сделаны такие картины. Красивые такие ангелочки. Так, здесь должна быть где-то керамика. Я помню, в прошлом году покупала керамику. Так, что тут? Ага, тут такие как печати. Thank you.
чая, горячее вино. Различные тут для детей. Мигалки различные, опять пряники. Пряники очень красивые, с надписями. Любимой бабушки, любимой доченьки. А вот смотри, что какие есть. Смотри, зелененькие. А они все, да, все с арома, да? It's incense here. And it's burning. Ага. Вот смотри, есть этот мельница. Вон смотри, еще домики. Классно. Это все специально, наверное. Ай, вот это. Угу. Да давай один, аромат, ароматное масло. Ароматное, вот, смотри, масло. Ароматное масло. Угу. И тут эти с мелколей. Не знаю, как на русском. Как с мелколей на русском? Свечки и аромамасло. Свечки и аромамасло. Ну что, давай домик возьмем. А вот этот вот не подойдет для другой вино? Для... Ну, гальма, but it's per langus. Через окна, через окна будет. Yeah, yeah, because small house is only for incense. Yeah. It's only like it's going straight and that's it. And we can see the. Yeah. Okay. And here you have light through the windows. А ну вот через трубу, через окна. Yeah. Вот есть такой, okay. Такие домики сделаны, что дым идет через трубу, а есть... Чего? Что... Нет, домики есть, которые дым идет через трубу, видишь, а есть через окна. Не-не. А вот я не если... так поняла. Вот это, если поставишь сюда, то через дым пойдет через окна. Ну так здесь я так и говорю. Надо. А дым маленький. Здесь масло надо. Это, которое... А, это которое с окошками, да? Да. А это, которое вот с трубой, так это нужно с мукалой вот эти. Ну да. Угу. Вон еще есть, вон красивый, смотри, давай его заклеим. Так, осторожно, потому что эта керамика, она может разбиться, а потом придется платить. Так вообще-то интересно все это. Мне вот это, знаете, какой мне запал домик? Я сейчас покажу. Мне запал очень вот этот желтый. Синий давайте. Вот, а с этих маленьких вот этот вот. Салатовый желтый. Красиво. Давай купим что-нибудь. А какой ты хочешь купить? Ну, маленький, не интересно, наверное, что-нибудь побольше, может. Давайте еще вот этот океан мы взяли. А как тебе этот за 25, этот вот желтый? Океан, лотос. Лотос, окей. Или вот за 19. Мам, тика на это дорого нам будет? Да нет, я думаю, это вот можно за 15. 15 еще маленькие, за 19. За 19 вот есть. Я уже показывала. Так какой будем выбирать? Он, на той стороне он тоже есть. Ага, на той стороне посмотрим. Ну, покупают детям, сувениры покупают. Так, что тут? 19. Покупают люди, интересно. Я вообще люблю керамику. Я смотрю, вот этот второй, который круглый. Как он тебе? С чем, с чем он? Ну, с башни, вот этого круглого. А, с башни, это салатовый, да? А, интересно, давай посмотрим тогда. Так ты, мы за 25 так будем брать, масло, да? Так и масло надо покупать тогда. Мы за 25 будем брать? Ну да. Нету. Или он белый, первый, который... Надо еще вот такой домик взять для свечек. Вон за 33 тоже. Давай лучше вон те побольше. Ну там уже более такие, уже как такие более такие строгие. Ну а тебе какой более веселый? А мне это самое. Ты хочешь, если ты хочешь побольше,
Так, за 25, за 19 есть. Возьмите еще один. Давай тут салатовый, этот белый, да, если хочешь. Давай посмотрим. Какой? Вот этот белый попросим, этот салатовый. Этот? Угу. Этот салатовый, да. Мне так желтый вот этот нравится. Ну, давай желтый. Вот другой. Aš dar be vienu metu vien rusiškai kalbėjau. O galima va šitą geltoną pasižiūrėti, va šitą namelį, aha. Ir dar norim galvą po 25, va šitas baltas, aha. Arba šitas žalis. Nu, žalia, tada jau jūs patys pasieksite. Gal tu pasieksite? Yra raudonas arba mėlynas, arba toks kaip baltas. Aha, raudonas. А он кашкой пощита свалил. Мне вот этот что-то понравился, я не знаю. Вот бери тогда этот. А лею посмотри. О, кача рейки посеренькие. Рейки пильти и капля. В смысле, я тоже сверху? Дети жвакели и дала, и они ушкайте на камина, и та камина пила манденс, и тогда лею сперечу. Чай, ира каминас, а, ира каминас. Палакит, как сейчас жваки, а поскольку олей? Нет, как мудотис, да. А, жвакути реки, вот, точно. Жвакути, и поскольку жвакути с олею. Вот, нет, сюда вливаешь. Дар паешкинкит. Вот, свечка. Ваш жваки, ага. Сюда воду вливаешь с маслом. Поставите свечку на печь. Да. Зажигайте ее. Тогда возьмите водочку, наливайте в этот, в камин. И там воду, да? Да. Ага. И там еще чуть-чуть наливайте это. Масло. Масло, да. А, супротау. Угу. Ты, Палак, ты дар мон реки аллею, ты поемте. Масло будем брать? Конечно, что-то нет. А почему эти мыши? Свечку ты имеешь. А по каких что-то жиркес? 30 евро. Может, и жирки поимся? Давай. В домику, да. Трис. В домику. Ну, нормально. Бери. Так, подожди. Эрдар. Так, свечка есть, аллею галрейки насыпьте. Да. Масло надо купить. А смелкалей, смелкалей по 50 центов. Можем и смелкалей купить? Смелкалей. Не рейки. А? Смелкалей из перлангус. Перлангус, ва. Угу. Гальма и смелкалус насыпьте. Гальма и смелкалус. Ну, тоже нам и не полезет. Какой берем лучше? Да они одинаковые. Ну, вот это кожаный хвост у меня. Да. Давай вот это с длинным хвостом. Так, берем. А какие масла есть? Сколько солей сыра? Это три слики, это апельсинас. Волнет не берем, а ира дерва. Апельсина сыра. Угу. Оболи сыра. Угу. Ир вишня. Ай, ну вот тут токис. Угу. Давай тогда. Лейс гадма, бет курки турецкий. Давай тогда. Ну, лейс у нас есть. Давай тогда смелкалы возьмем. Сколько? А зачем тебе смелкалы? А эти вот маленькие можно зажечь. Не, ну так вот. Что, принципе... успокойте? Да. Йо, ага. В принципе, можно, но через окна дым пойдет. Гал, ну лейде подари сетня. Если вы смелкалу, вы любите три смелкалу? Им всем смелкалу? Ну, бери. Раз, какие-то. Гарик, как по-вольски, мы здесь все скептили. Какие тут? Так, лаванда есть. Лаванда. Вот эта лаванда есть. Потом есть цинамон. Вначале не перейти. Вначале какие-то морские курицы. Не знаю, какие тут подают. Океан. Океан. Океан, лаванда. Ну вот это давайте возьмем. Три степ. Ага, три. Часау, не? Все. И как че будет весу 2000? Нет, 28, да? 2000 масштаб у вас? 2000 масштаб.
Ačiū, gerų švenčių jums. Ačiū, iki. Сейчас мы идем в дворец князей. Идем в дворец князей попить кофе. Решили просто, ну, чуть-чуть согреться. Очень хорошо. Вот здесь вот разные такие туалеты стоят. Вот такие будки. То есть проблем здесь с этим делом нету. Вот дворец князей. Летом у меня есть видео. Я ставлю ссылку внизу. Кому интересно, смотрите. Пишите комментарии, ставьте лайки, если понравилось. Но после Нового года обязательно сниму вечером елку. Но сегодня так уже получилось, что мы не имеем возможности вечером сюда приехать. Мы живем на окраине Вильнюса. Мы едем через весь город. То есть